следующий день, друзья. Вышли с Женго на прогулку. Дождик сегодня, одели ему плащик. Магнолия как цветет красиво. Ну, тепло, не холодно, ветра нет. Но этот же, конечно, монастырь на горе впечатляет. Прогуляемся немного. Вот такая речушка. Какая красота! Магнолия цветет, а запах. А, прям капельки дождика. Прелестно. Идем дальше. Весенняя красота. А птички поют, им пофиг. Хорошая погода, плохая, это только мы, люди, из-за погоды зависимые. Хотя у природы нет плохой погоды. Вай сесней, шатси, вай нохней. Инго спрашивает, что там впереди, говорю, не знаю, там еще не было. Так что надо гулять в любую погоду. Дышать свежим воздухом, проветривать мозги. С этой стороны еще показать вам. И обязательно остаемся на позитиве. Больше улыбаемся, смеемся, радуемся жизни. В наши времена нужно быть на позитиве, иначе негатив сожрет и косточек от вас не оставит. Прелесть. Гляньте, какая здесь красота. Уже столики выставили. Кстати, мы здесь мороженое ели в прошлом году. Очень вкусное. Вот такая статуя здесь. О, голубь. Упитанные голуби. Значит, еда есть им. И самолет, как всегда. Извиняюсь за звук. Ну, heute sogar Markt. Hast du gesehen? Базарчик. И уже осыпается. Ну, такой продуктовый базарчик. Сегодня еще мало этих. Ну, где продают, а этот обычно тут все заполнено.
прошли, конечно, мимо базара, кое-что купили. Это сегодня утром Иго булочки купил, свои белые булки ест. Я не люблю. У меня еще другая булочка темная есть, и хлеб темный. Яйца вот 10 штук. Такие три разные сливы купила. Помидорчики, два огурчика и виноград. И за все заплатили 18 евро 2 цента. Вот такие цены. Конечно, немного повышенные, чем в магазине, но зато свежие. И здесь региональные продукты. Ну, вот такая вот мини-закупочка. Сейчас буду нам завтрак готовить. А цветочки мои еще держатся. Видите, такие они еще попугай называются, наверное, эти... как сказать, тюльпанчики, они такие, видите, с рюшечками стоят еще, пока мы здесь еще постоят. Стакан разбила вчера, поставила. Ну, буду нам завтра готовить, уже проголодались. У кого-то уже завтрак. Ему дал. Я тут, знаете, уже мы тут сколько, несколько дней, только вот эту вот отдел этот увидела, что есть, оказывается, эти ну, на место тут, на под тарелки, как их, плацет, не знаю, как по-русски. Ну, салфетки, только такие, которые можно вытереть. И вот это же есть все, подставка под горячее, и поварёшка здесь все есть, и ложка. Видите, друшлаг, надо сейчас виноград помыть и поставить. Чашка большая даже есть для салата, для вина или для шампанского. Такой этот, терка, и этот даже мерный стаканчик. Представляете, только что увидела. Ну да, бывает иногда, сейчас все это помою и будем уже накрывать на стол. Ну вот такой завтрак у нас, накрыла стол. Свечку надо, конечно, зажечь. Здесь бальзамику еще полила, перец, соль тут, ну а тут фрукты. Ингина нарезка. Эти яйца поджарила. Ну, такая болтунья или глазунья, как называется-то. Булочки сюда. В этот друшлаг. Ну, куда их? Ну, чаечек фруктовый. Ну, и сегодня по шоколадке можно один раз в неделю. С этот имбирем. Помните, покупала? Хочу попробовать. Финики у меня здесь, артишок. Ну, и сейчас будем... завтракать. Такая вот прелестная утренняя у нас трапеза будет. А этот спит. Нагулялся и спит. Ну, приятного нам аппетита. Может, и вам, если вы тоже как раз кушаете. Бесе шанай надо. На Чинго, ликтихин. Алло, Чинго. Ликтихин, моя клейна. Я говорю, ложись. Собрались. Едем домой. Инго пошел платить за отель. А этот ждет. Думает, что, куда пошел Инго? На хаузе. Чинго, ликтихин, ком. Хорошего нам пути.
Вот мы и дома. Дом, милый дом. Доехали прекрасно. Сегодня без пробок. На джингу, убисту. Что хаосе? Я говорю, ты дома? Узнал? Но сейчас сначала выгрузим все, потом его в последнюю очередь, а тоже не даст ничего сделать. Тинго! Я. Und hier wird nicht gekratzt an den Türen. Инго говорит, не царапай двери в машине. Ja, musst du erst mal warten, ne, mein Kleiner? Jo. Все, выгружаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да, дома. Ой, дома-то как хорошо, а? Хорошо тебе дома, Чингулинчин? Schön zu Hause? А сюда и на кауч видова. Я говорю, твой диванчик снова в твоем распоряжении. Ты мой хороший, дорогу хорошо перенес. Не пикнул, спал, иногда смотрел. Ну, дочь тоже приучала, она даже с ним, знаете, ходила на эти, ну, где поезда ходят, на вокзалы, чтобы и к шумам разным был привычный, и на машине тоже ездила, чтобы все мог переносить, чтобы везде мог с нами ходить. Ушки на макушке. Милый дом, как прекрасно дома. В отеле отели, а дом есть дом. Этот уже выстоял, надо выбросить. Доча воду не так часто меняла, уже маленько присохла, надо выбросить. Ну, солнышко в Берлине радует. Травка чуть-чуть позеленела, но не настолько. Тоже скоро надо будет все тут порядок наводить. И окна помыть. Ну, хотя не очень-то еще и грязные, но все равно. К Пасхе надо все будет убрать. Инго поехал в магазин. Закупиться надо. А я тут пока свои все вещи разобрала, чемодан. А Инген еще стоит. Ты мой холёсий. Спи. Скоро уже пойдем опять выгуливать. Вечером 2 часа еще. Zu Hause ist am schönsten, wa? Чингу? Я отмедуюсь. Вздыхает. Ты мой любимчик. Красавчик. So ein schöner Hund bist du, ne? Не мешай, скажет, дай поспать. Инго уже с магазина вернулся. Смотрите, тюльпанчики мне принес. Надо его сразу в воду поставить. Такие еще желтенькие, разноцветные, наверное. И вот еще полная сумка. Сейчас все разложу и вам покажу. Ну и что же Инго купил? Зайцев себе купил шоколадных. Любит. Мандарины, 2 упаковки яиц. Здесь картошка, лук, макароны, малина замороженная, 2 упаковки сливочного масла, колбаски, конечно, его, куда без них, сосиски. Такая вот колбаса салями, свиная. Укроп. Здесь красная рыба, фарш говяжий, здесь 2 упаковки куриная грудка, помидоры, кальраби, сэндвич, хлеб, здесь кефир, такие вот наполненные сливочным сыром перчики, немного острые. Это для посуды мыть средства, молоко, сливки. Сливки не те взял, которые хотела. Я всегда беру свежие, это уже пастеризованные. Ну да ладно. Опять своих эти соусов набрал. Ну, знаете же, да, любит свои эти макароны. Я макароны не очень люблю.
мне раз в две недели и все. А он может хоть каждый день эти макароны кушать, поэтому иногда себе варит вот с такими готовыми соусами. Готовые соусы тоже не предпочитаю. Вообще, такие, знаете, продукты, это эти шампиньоны, продукты полуфабрикаты вообще терпеть не могу. Вот все, что в пачках, и все, вот что уже такое поваренное, это ничего не люблю. Вот эти помидоры. Лучше вот взять такие вот помидоры пассированные, нарезанные на кусочки. И лучше самим соус сделать, чем вот это вот в банке. Потому что говорила же вам, да, сахар везде бухают. Опять вот тут чайная ложка на 100 грамм. Здесь такой напиток взял себе с этим, с персиком. Тоже не пью. Он любит. Я только воду. Нутеллу, что такую большую. Вот и брался. Вот мужа одного закупаться, послать. Купит, что надо и что не надо. Кетчуп. Это такие пассированные томаты. Вот прям в пюре. Булочки купил. Хотя булочки замороженные есть свои домашние. Не подумал, Инго. Наверное, думал, что уже съели. А еще есть свои. Ну, ладно. Здесь вот такие вот они, знаете, кислые любит. И еще такие с колой взял. Ну, еще и шоколадку. Ну, пошел в разнос. Сладости. Огурец. Это сыр. Его любимый этот мясной салат. Масло на хлеб мазать. Два лимончика. Творог для меня купил. Сыр этот любим. Тут мясная нарезка. Хлебушек. И за все заплатил. Покупался в магазине Lidl. Вот видите, сколько заплатил. 124,58. Вот такая была закупочка, друзья. Ну и тюльпанчики же, две упаковки. Показала же вам. Сейчас их в воду поставлю. Вот так тюльпанчики распределила, поставила сюда. Хотела вам сказать, кто еще не знает, в своих уже видео как-то говорила, лайфхак, чтобы тюльпанчики дольше стояли и быстро совсем не раскрывались и не распадались. Вот здесь вот нужно у основания вот так вот зубочисткой чуть-чуть проколоть. Видите, каждый тюльпанчик. И будут они тогда подольше стоять. Ну, вот такая красота. А, камин надо затопить. Татрачки рады, Зо. Инга говорит, еще хватит дров? Или уже надо купить? Да, быстро. На кнопку нажал, и камин горит. Ну, так прелестно теперь здесь смотрится. Весенняя красота. Ну, а там у меня эти стеклянные шарики, говорила же, да? Хорошо провели время в Зигбурге, отдохнули, на природе энергии зарядились, Дженго выгуляли, тоже довольный остался. Ну, как говорится, если хозяин довольный, то и животное тоже довольное, да. Поэтому хорошо провели время. Ну, а теперь много работы. Надо будет еще и в саду украсить. Еще к Пасхе ничего не украшала. И кое-какие дела есть. Поэтому настали будни. Отпуск закончился. Ну, это для меня отпуск. Инга-то работал. Ну, да. Погодка в Берлине радует, солнышко, прелестно. Выехали, был дождик, видели же, да? А чем ближе к Берлину, тем солнечнее была погода. Это не может, конечно, не радовать. Ну да, сейчас надо будет еще разобрать свои вещи до конца и что-то на ужин приготовить. Ну, все увидите. Улегся. Ты мой хороший.
Тебе надо ласку и тепло, да? Просто штрахилайнайтен, не? Динея. Ой-ой-ой, ну вот эта мордочка такая. Такая холюсяя, прихолюсяя. Чинголинчин. Не любит, когда я его фотографирую или камеру вот сюда, видите, так отворачивает личико. Говорю, читай, покажи свою, открой личико. Видите, мой хороший, скажи, какой я Гульчитай? Дженгу меня зовут. Спать надо. Устал? Чуть ушляфен, Готовлю ужин, друзья, для дочери рыбку, а нам с Инго курочку. Ну и может я еще кусочек рыбки съем. И значит такой соус у меня здесь: сливки, немного рыбу я посолила, поперчила, здесь еще немного соли добавила, также добавлю сюда столовую ложку меда. Сливок у меня где-то здесь 250, около 300 грамм. Вот такую хорошую ложку. А также ложку горчицы. Хорошо это все перемешаю. Это очень вкусный соус получается. Джингу уже свою еду ест. Вернее, пьет. Поэтому так громко сзади меня. Ну, так все хорошо размешиваю. Ну, надо смотреть, чтобы мед хорошо растворился. Теперь добавлю сюда еще укроп свежий или можно замороженный какой есть. Так, хорошо перемешиваю. И сюда добавляю к рыбе. И все это у меня будет в духовке на режиме конвекция где-то минут 20-25. А здесь тоже у меня сливки и специи: соль, перец, сухой чеснок, карри. Потом сладкая, горькая паприка. И все это хорошо тоже перемешаю. Это я уже вам, по-моему, рецепт такой показывала. Хорошо перемешаю. И тоже залью курицу. И отправлю в духовку. Эти две формы у меня как раз влезли. Вот так. И отправляю в духовку. Ужин мой готов. Видите, быстро и в то же время вкусно. Вот этот вот соус очень вкусный получается к рыбе. Не переживайте, что будет сладкое. Из-за горчицы не будет сладкое, но очень такой пикантный, очень вкусный. Здесь салат сделала: помидор, огурец, лук, петрушка, укроп и йогуртом заправила. А здесь у меня на гарнир
рис. Не знаю, вам уже показывала или нет. Вот такая у меня кастрюля специально для варки риса. Очень удобно. Воды налил, рис закинул, посолил, закрыл крышку. Все. Сама отключается. Потом здесь у нее тоже есть такая функция, чтобы тепло сохранять, чтобы долго стоял рис. Ну, видите, такой рассыпчатый получается. Хороший. Ну и сейчас будем ужинать. Штатив еще не распаковала, поэтому вручную сегодня так работаю. Так. Рыбки кусочек. Такая прелесть, смотрите. Видите? Вкуснятина получается. Так, ну это надо мне ложку взять. Где у меня здесь? Шумно дует. Вот такой вот соус. Ну, можно прям на рыбку. Можно на рис. Так. Видите, вот такая вкуснятина получается. Сейчас еще тоже для Ингу. Он тут рыбу не любит, не ест. Ну, может, кусочек здесь, ну так, знаете, с неохотой. Как-то рыбу не любит. Когда еще вот эту вот белую рыбу, если я ему в панировочных сухарях пожарю, то покушает. А красную не очень любит. Поэтому рыба у нас, к сожалению, не так часто. Так, а для Инга курочку. Тут она уже этой пенкой взялась, пленкой сливки. Так, это какой маленький, большой кусочек. Ему надо побольше. Вот этот. Так. И вот такой любит много соуса. Уже, наверное, вы заметили, да? Поэтому всегда ему надо соус. Так. И еще можно посыпать, где у меня сухой этот, сухим. Еще сухим укропом. Видите, так, для красоты. Ну, вуаля, ужин готов. Быстро и вкусно. Ну, на этом с вами попрощаюсь, друзья. Будем уже отдыхать. А с вами встретимся в следующем влоге. Будьте здоровы и всем пока-пока!